Всем здорово, пацаны, с вами Айван, и сегодня я вам расскажу топ-5 бандитских тачек на сервере Смотра МТА. Поехали! Данный топ создан лично по моему мнению и может не совпадать с вашим. Также хотел вам сказать, что данная максималка не точна, так как можно ее изменить бензинчиком. У каждого бензина есть определенная цифра, которая добавляется к максималке. Ну что, пацаны, готовьте чаек и погнали! И пятое место у нас занимает BMW X5. Салона он стоит 1 миллион рублей, едет 245 км в час. Этот внедорожник может проехать по любым ухабам, по любым дорогам. Также он большой, у него вместится очень много человек, как и внутрь, так и в багажник. Снаружи он такой себе, а вот в теле он просто зверь. И четвертое место у нас занимает Mercedes-Benz W210, то есть лупатый. Салона он стоит 1 миллион 350 тысяч рублей, едет 270 км в час. Это такой дешевый седан, который едет очень хорошо. Также хорошая у него подвеска, тормоза. Также на него есть внешний тюнинг и можно добавить ему более такой брутальности. У самого была такая тачка, советую к покупке. И третье место у нас занимает BMW E38. Не нужна тебе такая машина, брат. То есть бумер, который стоит целых 800 тысяч рублей и едет 290 км в час. Она внушает своими размерами, она очень большая и очень быстрая. На вид это очень красивый автомобиль. И второе место у нас занимает Mercedes-Benz T65, то есть гелик или же кубик. Как то называют? В автосалоне он стоит 15 миллионов рублей. Конечно, это уже идет следующий гелик, G65, но вот в те времена был 55, который стоил намного меньше. Но на данном сервере только есть G65. Едет он 350 км в час. На него есть также тюнинг, можно с него сделать брабусный гелик. Очень красивый снаружи, так как это джип, он приедет в любых местах, через рельсы, через речку, можно так сказать, по лесным ухабам и проселочной дороге. И первое место у нас занимает Mercedes W140. То есть кабан или же рубль 40. Стоит он 4 миллиона 100 тысяч рублей, едет 280 км в час. Из-за того, что на смотре уже идет брабусный кабан, у него вид немножечко изменен. То есть решетка стала черная вместо хромовой, разные бампера. И в тюнинге можно тоже влепить разные бампера. Очень красивый автомобиль, сразу внушает своими размерами, очень вместительный. Под капотом у него V12, то есть это мощный. Это Mercedes-Benz, это надежность. И сразу на всяких перестрелках на вас будут все смотреть. Вот такой вышел топ-5 бандитских авто на сервере Смотра МТА. Я бы много еще добавил авто по типу Jeep или BMW 3-4 или Mercedes 124 или Toyota Land Cruiser 100, но его нету здесь. Восьмерка, девятка и т.д. и т.п. Но таких автомобилей на данном сервере нет. Напишите в комментариях, пожалуйста, какие у вас есть тачки, какие бы вы хотели купить. Ну а с вами был Эван. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Заходите в описание, там есть ссылочка на мою беседу ВКонтакте. Вступайте, и мы вместе переписываемся. Подписывайтесь на канал. Всем удачи, пацаны, и всем пока.